Марина Парс, и сегодня на канале книжного интернет-магазина «Лабиринт» я хочу раскрыть вам тайну. Книга – не лучший подарок. Лучший подарок – это сертификат на книгу. И у меня есть несколько доказательств этого утверждения. Представьте, что вы идете по улице и, наконец-то, встречаете девушку, которая вам очень давно и очень сильно нравится. И, о чудо, она не смотрит в телефон, а смотрит прямо на вас. Что же делать, ведь это такой шанс. Нарвать цветов с клумбы? Не лучший вариант. Отдать ей свой томик Бродского? Еще чего? Кинуть в нее кота? Может, ты просто вспомнишь, что у тебя в кармане есть книжный сертификат, он же небольшой и точно туда поместится, и всегда будет под рукой в случае необходимости. Например, представьте, что вы идете на день рождения к другу своей подруги, подруге друга и так далее. И единственное, что вы о нем знаете, это его имя. Или все-таки имя подруги друга. Не суть, дело важно. И вот вы протягиваете ему в подарок новую книгу Макса Фрая, и тут бабац, он выставляет вас за дверь. А все потому, что вы просто не знали, что его книжная любовь относится к совершенно другому Фраю по имени Стивен. Подарить сертификат можно даже нечитающему человеку, он ведь не выкинет ее как 140-ую рамку для фотографий или банальную кружку для чая. Он его передарит и будет не обидно. Кстати, а почему вы вообще общаетесь с нечитающим человеком? Ладно, это шутка. А вот не шутка заключается в том, что на протяжении этого видео спрятаны секретные слова, которые помогут получить вам скидку при покупках в книжном интернет-магазине «Лабиринт». Книгу нужно красиво запаковывать. Чтобы книгу запаковать, нужно купить упаковочную бумагу. Еще и с запасом, потому что вам ее может не хватить по определенным обстоятельствам. Вдруг ты что-то сделаешь не так. А вот сертификат на покупку книг выглядит так, как будто его уже создавали эльфы в сказочном лесу, и никакая обертка ему не требуется. Поэтому не нужно ломать себе голову, руки, и можно сэкономить на оберточной бумаге. Книжный сертификат может стать вкладом в желание твоего друга приобрести себе какую-нибудь дорогую книжку, стоимость которой он просто не может потянуть в одиночку. А я уже говорила, что сертификаты очень красиво выглядят. Они похожи на небольшую открытку, которую вы можете подписать для своих друзей, подруг и просто знакомых. Внутри этой открытки находится специальная карточка, она пластиковая и выполнена в таком же оформлении, как и, в принципе, весь сертификат. Все это выглядит достаточно стильно, современно и очень даже удобно. Так что не возникнет проблем, если ты подарил сертификат девушке, которая совершенно не торопится с поиском ответа на вопрос, а какую книгу подписать хэштегом «Что читаешь?». Надеюсь, вы уже поняли, что книжный сертификат – это универсальная вещь, которую можно использовать как веер, как украшение для дома, как закладку, как открытку и, конечно же, как подарок. Кстати, обязательно напишите в комментариях, почему, по-вашему, книжный сертификат намного лучше, чем просто книга в подарок. Не забывайте подписываться на наш канал и читайте книги.